сьогодні. Хочете сделать тон лица идеально ровным и естественным? Оберіть відповідний тональний крем. Прем'єра. Когда пытаются скрыть недостатки кожи, выбирают очень плотный тональный крем, який дає зворотний результат. Чем толще слой, тем еще больше подчеркиваются морщины. Проблема друга – эффект засмаги. У всех видна эта линия переходов. У 16-й. Як уникнути подібних помилок, розкажуть експерти. Я вам розкрою секретик, как сделать лицо более загорелым, но чтобы это выглядело естественно. Идеально подходит. И все будет в дом.